прямой эфир. Моя правда. Здравствуйте. За третье место в номинации «Молодые лошади 4 лет» награждается Иванский Ян на лошади по кличке Аладдин, конно-спортивный клуб «Райд Спарта». «Молодые лошади 4 лет» награждается Усатый Николай на Алоне, конно-спортивный клуб «Белтс». Попозируйте нам с лошадкой. Здорово, спасибо. За первое место в категории «Молодые лошади 4 лет» награждается Рудой Андрей на Уничерри, конно-спортивный клуб «Райспорт», Оренбург, Тирасполь. В категории «Дети» за третье место награждается Гума Габриэла на коне Гафи, конно-спортивный клуб «Спарта». За второе место в категории «Дети» награждается Гума Габриэла на коне «Пламенеющий», конно-спортивный клуб «Спарта». За первое место в категории «Дети» награждается Грама Кристина на лошади «Дельта», конно-спортивный клуб «Спарта». За третье место в категории «Лошади 6 лет» награждается Стороженко Виталий на лошади «Чеч Уэтер», конно-спортивный клуб «Райспорт», Оренбург, Тирасполь. За второе место в категории «Молодые лошади 6 лет» награждается Иванский Ян на лошади «Динар», конно-спортивный клуб «Спарта». В категории «Открытый класс» за первое место награждается Валерий Пашута на лошади «Суды», конно-спортивный клуб «Белт». За первое место в категории «Юноши» награждается
Карауш Анастасия, на губернаторе, частное лицо. Медалью и грамотой по первому дню в категории лошади от 7 лет и старше за первое место награждается Рудой Андрей на узоре. Конно-спортивный клуб «Райспорт» Оренбург, Тирасполь. По второму дню соревнований за третье место в категории молодые лошади 4 лет награждается Иванский Ян на Аладдине, конно-спортивный клуб «Спарта». За второе место в категории молодые лошади 4 лет награждается Рудой Андрей на Уничере, конно-спортивный клуб «Райспорт» Оренбург, Тирасполь. За первое место в категории «Молодые лошади 4 лет» награждается Николай Усатый на «Амире», конно-спортивный клуб «Белт». За третье место в категории «Дети» награждается Гума Габриэла на лошади «Пламенеющий», конно-спортивный клуб «Спарта». За второе место в категории «Дети» награждается Гума Габриэла на лошади «Гася», конно-спортивный клуб «Спарта». За первое место в категории «Дети» награждается Грама Кристина на «Дельте», конно-спортивный клуб «Спарта». За третье место в категории «Лошади у 6 лет и старше» награждается Епифанов Михаил на лошади «Уник де Спирит», конно-спортивный клуб «Райспорт» Оренбург, Тирасполь. За второе место в категории «Молодые лошади 6 лет» награждается Пашута Валерий на «Сударе», конно-спортивный клуб «Белтс». В категории лошади 6 лет за первое место награждается Иванский Ян на Динаре, конно-спортивный клуб «Спарта». За первое место в категории юноши награждается Карауш Анастасия на губернаторе, частное лицо.
категории лошади от 7 лет и старше за первое место награждается Виталий Староженко, Начубари, конно-спортивный клуб «Райспорт», Оренбург, Тирасполь. Итак, дамы и господа, начинаем награждение по двум дням соревнований. Кубками и денежными призами награждается за третье место в категории лошади 4 лет Иванский Ян на ладине, конно-спортивный клуб «Спарта» с результатом 2 дней 95 положительных баллов. По результатам 2 дней соревнований за второе место награждается Усатый Николай на Амуре, конно-спортивный клуб «Белс» с результатом 115 положительных баллов. По двум дням соревнований за первое место награждается Рудой Андрей на Уничере, конно-спортивный клуб «Райспорт» Оренбург-Тирасполь с результатом 135 положительных баллов. В категории «Дети» по двум дням соревнований за третье место награждается Гума Габриела на коне пламенеющий, конно-спортивный клуб «Спарта» с результатом 105 положительных баллов. В категории «Дети» по двум дням за второе место награждается Гума Габриела на коне Гася, конно-спортивный клуб «Спарта» с результатом 115 положительных баллов. По двум дням соревнований в категории «Дети» за первое место награждается Грама Кристина на «Дельте», конно-спортивный клуб «Спарта» по двум дням соревнований в открытом классе за третье место награждается Епифанов Михаил на «Унигде Спирит», конно-спортивный клуб «Райспорт» Оренбург Тирасполь, набрав 75 положительных баллов. За второе место в открытом классе награждается Пашута Валерий на «Судари», конно-спортивный клуб «Белс», набрав 135 положительных баллов. По двум дням в открытом классе за первое место награждается Иванский Ян на «Динаре», конно-спортивный клуб «Спарта», набрав 145 положительных баллов. По двум дням соревнований в категории «Юноши» за первое место награждается Карауш Анастасия на «Губернаторе», частное лицо, набрав 155 положительных баллов. По двум дням соревнований за первое место в категории лошади от 7 лет и старше награждается Староженко Виталий на Чубаре, конно-спортивный клуб «Райспорт» Оренбург Тирасполь. Дамы и господа, при закрытии парада награждения слово предоставляется
примару города Бельц Ренату Усатый. Спасибо. Дорогие друзья, дорогие участники, всем добрый день. Я вас от всего сердца поздравляю сегодня с тем, что вы сегодня здесь, потому что сегодня день святого Николая Чудотворца, а Николай Чудотворец всегда говорил о каких-то очень хороших, добрых и правильных вещах. Я очень рад, что сегодня здесь представлены в том числе другие регионы нашей Молдовы. Я хотел Александру Тучак выразить огромную благодарность за то, что он делает, потому что человек, который в прямом смысле болеет за то, что он делает в течение огромного количества лет, таких людей сегодня в стране очень мало. Саш, за это тебе огромное спасибо. И в 78-м году родившись, я в принципе понял, что это, ну как вы все знаете, это год лошади, но кто не знает, хотел об этом сказать. Поэтому сегодня я принял решение, я буду участвовать в жизни Федерации конного спорта Молдовы, и как для начала от меня символический взнос в 200 тысяч лет для того, чтобы конный спорт в стране Браво! Развивался. И я уверен, что на следующий год нас будет больше, и участников будет больше. Потому что чем лучше мы будем представлять наш город, нашу родную страну, тем больше людей с разных стран будут приезжать к нам для участия. Поэтому всем вам спасибо, творческих успехов. А сейчас хотел бы на секунду отклониться. Вы знаете, вырос ребенок на моих глазах, которому отец категорически запрещал ездить верхом на лошади. Поэтому, с вашего позволения, вот у нас сегодня присутствует семья Гума, а также наследница престола Габриэла, которую, я помню, ребенок в 3 года хотел на лошадь, а отец запрещал. Вы представляете, у ребенка была трагедия. Слава Богу, отец ребенка не ребенок отца не послушал, ездит верхом на лошади. Поэтому тебе как премию поощрительную мисс Грация сегодняшняя, Габриэл, я тебя с этим поздравляю. Поздравляю всю Федерацию конного спорта, всех болельщиков, участников. Ребят, будем двигаться только вперед к нашим большим победам. Спасибо.